Я хочу тут почилить, чтобы расстроить желудка мое, потом врачи лечить. Говорили, приезжай в Москву, денег заработаешь. Ну что это вот? Чего ты тормозишь? Что ты было? Да где деньги, которые мне обещали? Я не понимаю. Вот твои деньги потенциальные. В мусорке? Потом конвертируются. Ну конечно. Ты что так грубо разговариваешь? Вообще в Казань сейчас отправим тебя обратно. Ну вот работничек, а? Друзья, сегодня у нас классный пранк. Что? Гитарист, рэпер. Пранкует людей. Впервые я в этом образе, немножко непривычно, хотя... Ну, в Москве именно так и появляются люди с окраин. Ну, давай... как мы выглядим, ребят, пишите в комментариях, обязательно поставьте лайк и погнали. Здравствуйте. Да, извиняюсь, у нас заказик будет чуть-чуть длиннее обычного. Надеюсь, вы успеете все записать, хорошо? Да, погнали. Погнали. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, поесть порцию побольше, но чтобы в машину смог влезть. Можно макфлури, для меня это как чаламури. Сори, что быстро, но я ведь голодный и дотерпел. Дома так и не съел в хачапури. Дайте мне битвы речи, я хочу тут почилить, чтобы расстроить мой желудка мое. Потом врачи лечили, забудем причину. Давайте продолжим пробить картошку и соусом чили. Яма, губа, медленней, ночи, это пару дней. Вряд ли нужно очередь из тысячи людей. Коли заболела голова от скорости, я могу немного поменять, когда мотив. Шоколадный мусс, пожалуйста, не научи. Да поспеть двух недоброй задуманной истины. Нарови, допяти, буду кейком. Пуша, пройди, чтобы ты ром. Не влезет любой с картинок фигурами и ведет поединок жиром. Жиром не забудьте бургер мне закинуть. Я пришел покушать добавь, дайте кока-колу мне за доллар. Дайте чики-наггет, заточу как ракин пирожок. И остекачу чеку маффин, уронив на кафель. Я гастрономический извращенец на 5 лет. Успели? Нет. А, ну а что, что там записали? Ага. Ладно, что мы тогда возьмем? Кофе, наверное, да? Да, извините. Тогда можно? Можно нам два кофе и два мороженого. Блин, Раиль, исполни, пожалуйста, свою песню. Да, блин, работаю же, а. Мне очень нравится, как ты поешь, реально. Бахни. Вы не против, что он сейчас сыграет? Он просто классно, ну, неплохо поет. По моему мнению. Че спеть? Тот самый, что ли? Давай. Прилетает ворот, мимо им все. Или скоро повезет, значит, во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Ярко красной полосой обратиться. Прилетает поворот, мимо и все. Ей скоро повезет, значит, во всем. Так, все, здесь есть песня, да? Лучше, да, есть. Че за? Сможешь, короче, бит мне потом подкинуть? Я сейчас начну. Давай, легко, попробуй. Давай. Алкоголь фу, сигареты фу. Парень, посмотри на мою эстетику. Счастье, эстетика, я до них ебану. Попробуй подойти против, я до них ебану. Ничего себе, ты поешь, что ли? А, это я пою. Ебак, неожиданно. А вы не знали, да? Неожиданно. А я думаю, ну блин, респект тебе, конечно. Спорта, красавчик. Вот, ну вот так вот и снимаются видосы. Типа, это не постанова, да? Все? Это не постанова. Да, да. Ну это контент, ребят, с пониманием. Эх, посмотрел данный ролик и сразу захотелось научиться играть на гитаре. Знакомое чувство? Тогда поставь лайк и не откладывай данный вопрос, потому что на моем канале огромное количество бесплатных уроков. А также лучшим помощником в этом деле будет приложение для гитаристов Тимбро. Скорее скачивай на свой телефон и погнали заниматься! А если у тебя пока нет гитары, ты можешь использовать виртуальную гитару прямо в приложении. Сегодня отработаем аккорды. Отлично, 50 очков сегодня заработал. Так, ну а сейчас поиграем гамки. Отрабатываем ля-минорную пентатонику, гамму, для того, чтобы потом использовать это в импровизации. Попробуйте и вы, ничего не теряйте, ссылочка будет в описании под видео. Блин, что сейчас будет? Максимальный кринж, поэтому, ребята, не скупитесь, поставьте лайк. Я прямо сейчас ворвусь в автобус и спою там песню в толпе. Ты че, дурак, что ли? Мне стрёмно, этого никогда еще не делал, но все ради контента, погнали. Теперь на гитаре тебя снимаю, давай. Давай. Что-нибудь. Я в моменте, давай. Ты в моменте? Давай. Угорать, что ли? Давай, говорю тебе. Давай. Я в моменте, и пролетя который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер.
Не светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серый Питер, подай мне, мол, и я обмануть, извините, не пишите, не звоните, нет. Каким бы трудом не был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Экстремальные съемки. Спасибо большое. Девчонки, привет. Пока ждем автобус. Короче, задача такая. Если он сейчас зачитает рэп под то, что я сыграю, то на смену выходит я. Давай. А если нет, то... Да вообще ничего, мы тоже поели. Приятного. Посмотрим, что получится у тебя, нет? Зацените, да. Ну, получится мне, наверное, если он зачитает, если вам понравится. Под мелодию, которую я сыграю, то он крутой. Ну, типа он выходит на смену за меня. Сейчас что-нибудь сложное надо, да? Прям жестко. Побыстрее возьмем там. Готов? Что-нибудь? Быстрое будет. Да, давай, вот такой. Отдай мне свою вольность, я подарю свободу. В капризном пути твоем я утону. Я превращу все твои слезы мигом в воду, сохрани в красивом теле мирный дух. И пускай ангелы кричат о том, чего нельзя, мы написали Библию о том, что можно. И пускай строки эти наглостью их поразят, ведь им самим от их запретов станет тошно. Поверь мне, тебе отдам себе заставки весь. И мы рисуем картину, словно художники. Не веришь, время взвесит слова на вес, ведь наши души покидают этот пошлый мир. Мы заложники! Я разошелся просто. Короче, ладно, да. Ну что, как думаете? Станет известным, да? Рэпером, думаете, да? Завтра, получается, ты выходишь на смену, послезавтра я... А вы реально работаете? Ну да, просто тиктоки снимаем. Ах ты! Первый, кто спалила. А цепочку нет? Цепочка ничего? Нет, ну я думаю, ну мало ли, просто молодые работники. Ну да, видишь, блогеры очень мало зарабатывают, надо немножко выходить. Ты про концерт говорила, да? У него будет завтра концерт. Да. Реально? Да. А мы завтра с Катей Миланой хотели идем на концерт. Клуб Бумитроль, хорошо? Нет, серьезно? Да. Ну я же свои песни пишу, и у меня концерт. 8 вечера. Нормально? Ну-ка еще раз. Блин, здесь классная акустика. Давай здесь снимем. Давай. Давай, давай. Ну, давай попробуем. Давай, давай, давай. Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только этим. Не светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскатим серый Питер, подарим ему улыбку. Я в моменте, извините. Пишите, не звоните мне. Каким бы трудным не был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Вот. Работай, тебе не песни петь. Прошли буквально 20 метров от ТЦ Европейского, и вот видим агитацию. Устраивайтесь, работа будущего, так сказать. Так, друзья, нас выгоняют, потому что мы в очень грязной одежде, да, сегодня. Скажите, но строй свое будущее, но не в ТЦ, понимаете, да, Европейский. В ТЦ... Потому что туда вам в такой одежде, ну, не пустят. В спецовке ходить туда нельзя, если ты рабочий, как бы. Мы сегодня очень сильно старались сделать это видео.
крутым. Но, к сожалению, нам не попались люди, чтобы с реакциями были хорошими. Ну что, друзья, надеемся, то, что видео вам понравилось. Если оно наберет 10 тысяч лайков на моем канале, а на моем 50, то мы снимем продолжение. Раиль вновь приедет в Москву для того, чтобы поработать у нас в поте лица. Ребята, надеюсь, выпуск вам очень сильно понравился. Обязательно покажите свою любовь лайком. Мы реально старались, целый день шатались по всему городу. Там, сям, играли, пробовали. Тяжелый труд блогерский. Поэтому поставьте лайк. Вторая часть на канале Руслана. Всем до скорых встреч. Ссылка в описании. Пока. Пока молодой, пока молодой. Двигай за мечтой, двигай за мечтой. Еще не поздно.